Клево всем, друзья. Сегодня 4 ноября. Я приехал с фидером на Кубань. Сейчас уже 5 вечера. Уже 6 час. Буду ловить часов до 11. Надеюсь, что-то поймаю. В планах рыбец крупный и усач. Погнали, друзья. Ребят, для прикормки я взял лещ. 2 пачки. Моя базовая стандартная прикормка. Использую чаще всего ее. Относительно цены и качества меня более чем устраивает. Немного воды и добавлю в нее еще 2 позиции. Буду добавлять мидию, вот такую арому. И у меня осталось с последней рыбалки мотыль кормовой, покупал в зоомагазине. И вот чуть-чуть добавлю кормового мотыля. В принципе, все. Пока устанавливал место, собирал удочку, прикормка подсохла, в свое взяла мидию. Блин, ребята, спешки, спешил очень, когда собирался. Забыл один аккумулятор от одной камеры, главный. И полотенце для рук, и очков одновременно. Прикормка, делаю тяжелую. Рыба донная, пылить не надо. Плавающие частички в ней и так найдутся. И плюс арома быстрее растворяется в воде. Несмотря на то, что вода довольно холодная уже. И тоже будет великолепно, отлично пылить. Все, прикормка готова. В бой, друзья. Ребят, приехал поздно. Да по-светлому не успел точку отбить. Поэтому клипсуюсь очень простым способом. Бросаю, ставлю. Бросаю прямо напротив себя, чтобы не терять точку в темноте. Делаю заброс. Заброс, положил удилище. Кормушка прыгает. Ставлю клипсу. Делаю 2-3 подмотки оборота. Опять заброс в клипсу. Прыгает 2-3 подброса. Вот сейчас же 2 раза сделал. 3-й раз заброс прямо напротив меня. Ставлю удилище на стойку. Кормушка прыгает. Снимаю с клипсы. 1-2. Клипса. Просто не вижу, куда кидать. Уже темно, приехал поздно. Опять заброс прямо напротив меня. Таким образом я точно не потеряю точку заброса. Ставлю на точку, на тычки. Прыгает, но уже меньше. Снимаю с клипсы. 1-2. Стоит. Стоит. Все. Точку отбил. Все просто, без всяких. Таким вот перебором, подбором, шагами назад, с глубины на мель я дошел до низа свала, в который упирается кормушка. Все. Можно кормить. Кормушка у меня 60 грамм, 6-клеточная, обычно стандартная, классическая, без всяких. Единственное, что она с рогами, была бы без рог, была бы в 100 раз лучше, но какая есть. Главное не попасть в зацеп. Ребят, из наживок у меня вареный метелик. Вот такое чудо-юдо. Осталось. Много осталось метелика с последней рыбалки. Я его обдал кипятком и разложил коробки и заморозил. Также у меня немного есть мотыля, который в торфе хранится, крупного. Взял на пробу. Мотыль. Дальше опарыш. И черт. Вот всего набрал. Посмотрим, что сработает, не сработает и что-то. Рыбаков сидит много. Все с донками, без прикормки. Меня спрашивают часто, зачем прикорм? Так можно? Да, можно. Усач
вообще без вариантов. Ну, приконка вот нафиг. Если он есть, он клюнет. А вот рыбцу проверяли. Ребята брали два удилища. Одно тонкой, другое с прикормкой, фидер. Примерно по поклевкам 1:10. 10 поклевок на фидер, 1 на дом. То есть проверяли колоссально. Разница огромная. С прикормкой есть рыба, без прикормки практически нет. Ждем. Рыбцу начинает подходить. Маленький усач. Ну, нет, рыбец маленький, друзья. Вообще малыш. С ладошку. Беги. Пока усач. Ни на одного рыбца ж маленького поймал. Поймал. Поклевка, кстати, была довольно хорошая. Поставил поводок длиной 90 сантиметров. Одеваю метелика. Посмотрим, вдруг сработает. На последней рыбалке 90 работал лучше всего. А вдруг и сегодня покажет результат. Уменьшить никогда не сложно. Начало ноября. Лягушка. Все значит потеплело. Есть рыбка, кто-то есть, что-то хорошенькое, ребят, что-то очень упирается классно. Кто-то борзенький, очень-очень борзенький. Кто это? Усач. Усач. Вот такой красавец. Такой. Белая глазка, друзья. Вот она. Вот она. Вот она, красавица. Белая глазка. Значит, я ее в предыдущем видео назвал синцом. Ребят, это не синец, это белая глазка сапа. Узнал точно. У синца рот верхний, а у нее рот нижний. Кто там такой борзый? Ох, какая густера! Вот это густера, я понимаю. Вот это, да? Во! Ребят. Во! Во! Вот это вот густерка. Видите? Красавица какая. Серебряная лужайка. Как будто серебром покрыты, смотрите. Роса выпала. Вареная не так хорошо на крючке держится, как живая.
белоглазка, ребят. Вот такая вот. Видите, длинный плавник анальный. Сама удлиненная, грубо говоря, взяли леща и удлинили, растянули. И вот такой мордочка у него. Тут укористый. Ох, как давит, ребят. А вот это что-то или рыбец, или усач. И очень похоже на хорошего рыбца. Эх, усач был. Усач сошел. Ежик. Ежик по полю бежит и хохочет. Ну что-то есть. Есть рыбка. Не крупное что-то. Белоглазка, ребят. Что-то хорошее. Скажи, куча рыбы. Ого, 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 ребята, что-то очень хорошее. Ого, ого, ого. Кто там? Вот это бьется. Да. Ого, ого, ого. Есть. Есть, ребята. Он долгожданный. Долгожданный рыбец. Вот он. Ребят, вот он. Долгожданный. Ну что, ребята, отлично половил. Рыбец сегодня бастовал, но зато очень порадовала крупная гусера и порадовало большое количество белоглазки. Рыбки вот подловил. Отличный лов. Очень много усача. 3 или 4 хороших схода было. Или рыбец, или усач. Все-таки три рыбца поймал. Одного небольшого отпустил. Двух хороших грамм по 400 взял. Рыбалка удалась. Все отлично. До новых встреч, друзья.